Я поднял старую статью. Почему? Сейчас поймете, почему. Клоны железа в Башкирии. А дальше это в виде статьи. Видите, тут есть афоризм. Вот. Здравствуйте, уважаемый Лев Константинович. Город Ишимбай и как два ближайших салават, Стерлитамак, расположены в степной зоне Республики Башкортостан. Кстати, наша медицинская котловина, она 90% степная зона. Ничего, было времена Стрыкова, все вырастили. И если бы не научили вот эти кучу людей, прямо всех подряд, сейчас это особенно, я потом буду, это вопиет, уничтожать, калечить деревья, и вся масса, миллион, если у нас был миллион садоводов, а был миллион садоводов, были все, и все взяли секаторы и начали резать деревья. Вот. И было уничтожено практически весь вот этот вот феномен. Это Абакан, Минусинская, Ногорск. Он был уничтожен руками. Вот. И никто за это не понес ответственности. Потому что тут же рядом Абаканский институт, Минусинская станция опытная, Шушенская. И все равно всем все по барабану. Никому в голову не придет, допустим, организовать лекции на уровне, это самое, на уровне Абаканского республиканского телевидения. И телевидение это не волнует. Помните, я сказал, почему вы не организовали? Когда я лекцию читал, когда в Абакане меня позвали на этот, на фестиваль, я говорю, а что же телевидение это перед моим выступлением уехало? А где же мы возьмем 5 тысяч за минуту? Видите, вот так и получается. Но там тоже получается степная зона. Но это раз у нас в степной зоне все это было, значит, у них может быть. Серьезные испытания, зима 2011-2012 год. Видите, как 10 лет прошло. Засушливое лето. Ну, для нас-то всегда такая была. Температура зима минус 40, немного ниже. Пострадали некоторые районные сорта. Вот. Пострадали 20-50-летние деревья, посаженные еще дедом и отцом. Восстанавливаются лунными побегами. Но это еще, слава богу. Прививки, сделанные из ваших черенков, в основном не пострадали. Вот что интересно, вроде должно все от подвоя зависеть и от биологической совместимости. А сколько раз мне говорили, что у вас какие-то черенки волшебные? У них какая-то особая сила. Она не у меня. Эти черенки гибридные. Это отбор, который 30 с лишним лет. Это особая работа. Вот. И вот очередной человек пишет. В основном не пострадали. Давно, ну, я пропускаю. Ладно. Сорта абрикосов привиты на маньчжурские абрикосы дали отличные результаты. Так, смотрите про груши. Лесная, так, в общем, тут все это как сказки. И мелба как сказки, и груша на четвертый год, груша чижика, лесная красавица. Плоды соответствуют названию. Роскошные, прекрасные вкусовые качества, красивые, крупные. Черешня Боднара. Добавляют, что они просто сказочные. Видите как? Вот. Ну и на пятый год еще краса, нарядно и прочее. Вот, я сейчас вы поймете. Итак, Башкирия. А комментарий Железова. Дорогой Анатолий, знали бы вы, какое огромное дело сделали. Я уже был устал от оптимистических писем. Это 10 лет назад я писал. И сибирских, и уральских. Что особенно обидно от европейских садоводов. Пишут как под копирку. Мы вам не верим. Нет, они не так писали, что не верим. Нам мы хотим верить. Вот именно так я тут набрал. Они не пишут мне не верим. Они никогда меня не оскорбляли. Вот. Они пишут, мы хотим верить, но наши агрономы говорят, мол, у нас вырастить абрикосы невозможно, персики невозможно, черешни невозможно, вишни, груши. Но вишни это потом, груши просто уничтожили сами. Мы об этом будем говорить. А груши редкость необычайная, черешни вообще один на миллион из этих самых садов, сами знаете. Вот. Дальше пишут агрономы, им отвечают. Мы, специалисты, сами пробовали, зареклись. Ну вот. А он мне прислал-то фотографии. Итак, но еще до фотографии, здесь есть такая, еще фотография ниже. Еще переписка с гостем моего сайта. Вот видите, письмо 3000 уже давно. Это сколько лет прошло? А, 15 год. Выписала, прочитала книгу «Умный сад. Как перехитрить климат Железова и Ура, Железова, а и Курдюмова». Спасибо вам за прекрасный подлинный материал и фотографию. Все понятно, растолковано. Выписал еще 5 штук. Подарю всем друзьям-садоводам. Удивилось, что тираж маленький, 5 тысяч. Было два
тиража 2 по 5. То есть итого 10. Вот. Курдюма потом сказал: Олег, я поздравляю, с этого момента, как эти 10 тысяч книг прочтут, в стране начнется перелом. Ага, в стране началась революция по зарабатыванию лайков, зарабатыванию денег, а для этого 1000 людей взяли просто копировать из интернета. Статьи, может быть, исправляя там пару запятых, фотографии из интернета, и вся вот эта подлая система по уничтожению деревьев увеличилась тысячекратно, потому что не каждый еще те книги, журналы читал, где мы печатались. Потому что тут же меня печатали, я же рассказывал вам, печатают, что не подходи там секатором, и, в общем-то, небольшая статья такая, толковая. А на следующей в номере уже отрежу все лишнее. Редактору все равно. А потом отрежу все лишнее, увеличилось тысячекратно. Вот и все. За счет интернета. И так получается, смотрите, сейчас у меня еще есть какие-то количество, уже не сотни, десятки книг, записки «Зачарованного сибирь-садовода». Это для более серьезных людей, потому что там есть мировое открытие. Ну, все равно все хвалятся. Ни одного до сих пор не было случая, чтобы кто-то сказал, что я ерунду написал. И пусть она дорогая, твердой обложки, еще есть книга «Северный сад. Сотворение чуда». Вот. Впереди, ребята, Новый год. Вы же опять будете думать, господи, уже не каждый первый, пусть сейчас каждый десятый садовод. Что вы ему подарите? Как мне десятые подтяжки, а? Так нет. Десятый галстук. Вон они до сих пор висят, я ни один не одел. Вот это. Так давайте лучше книги заказывайте. Лучше книги. Уж подарок для садовода. Это вообще чудесно. А многие это готовы лишь оплатить даже за автограф. Хотя я за это деньги не беру. А здесь такой случай подошел. Видите? Выписал еще 5 штук. Но это редчайший случай, друзья. Так. Ваши слова, это я отвечаю, Наталья Вербицкая. Пишите еще, вызывает только грусть и горечь в душе. В книге написано и для простых дачников, и для школьников, и для студентов, и для научных работников, в конце концов. Они тоже этого ничего не знают. Вот, к сожалению, это так. Это горько, но это так. Это полный переворот науки садоводства. Будут их печатать, изучать, будут сады. Не будет печатать, не будет садов. Вы знаете, почему многие не смотрят? Я им коски выписали, а я им раз 7 этих или 9 этих роликов. Знаете, посмотрите, и у вас все получится. Нет, с экрана никто не хочет. Текст с экрана. Я сам, у меня глаза болят, я его сейчас прочту, и у меня всю ночь будут глаза болеть. Когда я ж вот это свое читаю, вот, за 2-3 часа. А книга – это книга, понимаете? И придет время, когда уже были это, 3 миллиарда у людей исчезло это, в соцсети, вспоминайте. Ну пусть несколько часов, но было. А однажды это случится полностью, а книги нет. А придется возвращаться. Дальше. Итак, те, от кого зависит решение вопроса, это надо таких книг миллион моих. Кто курирует науку, ничего не знает о книгах и никогда не узнает. Так отстроена система Ниппель науки. Самоучки – оскорбление для нее. Знаете почему? Там же все надо делать по-другому, а делать не хочется. Вот. Взял доктор наук. Я недавно опять увидел этот фильм. Я с него фотографии делал и отдельно вам показывал. Вот. Дерьмовейшая саженец. Вот такой вот штамп. Он его, естественно, не обрезал. А рядом со штампом, это же прививка на кольцо, так? Как бы вам показать, прививка на кольцо, прививка почкой, и вот такое кольцо, рана страшная рядом со штампом, у дичка. Вот. И вот это настолько, его подло можно назвать, настолько его можно назвать, калека из калек уже. И он эту калеку садит, да еще в углубление, да еще делает, и пишет для яблони груши. Яблони держат, груши нет, а он этого не знает. А он доктор наук. И вот опять этот фильм его показали. Там просмотров уже десятки тысяч. А у нас сотни людей, не сотни тысяч. Видите, что получается? А учиться он никогда не будет.
Он первый раз в жизни, видимо, взял лопату, так неумело сделал яму, вот, бордюрчик сделал, объяснил, необрезанный саженец посадил со страшной раны. Вот. Вот это учеба. Вот если бы он сказал, вот теперь видите, господа, друзья садоводы, вот я все это сделал, вот так у нас принято, а вы делать так больше никогда не делайте. Это я специально сделал, чтобы написать, чтобы вам сказать, никогда так не делайте. Ни яму не делайте, ни почкой не прививайте, потому что ну, одно дело массовые прививки, там понятно. Там почка 5 раз больше идет в дело, когда прививаешь почкой, чем когда черенком. Черенок что такое? Уже 2-3 почки, да еще под срез 1-2 попадают. Караул. А там каждая почка, каждая. Какой дурак откажется от коллег. И вот получается так. Смотрите дальше. Железо. Продолжение. Что произошло с наукой? Почему все умерло после Мичурина и Лысенко? Я почему поднял 10-летней давности вот это, всю эту тему? Да потому что ничего, еще 10 лет, еще 10 лет отравы. Я предлагаю новую методику, ничего не прошу взамен. Тишина. Обращаюсь напрямую к книжному издательству. Последний ответ 2 года назад был. Плати, Железов, за каждый экземпляр по 2100 рублей. Вот я сказал, напечатайте, пожалуйста, книгу. Я готов был платить там, ну, по 100 рублей. Это еще тогда, это сейчас как бы 5 тысяч. Поверьте, я ноль не добавил, а вы пишете нужные книги. Как анекдот рассказываю о звонке из самого авторитетного академического учреждения. Вот, было такое. Желаем напечатать ваши материалы для ученых. Вот это была единственная попытка прорыва. Но дайте нам право перевести на научный язык. То есть кто-то должен был брать мои статьи, тогда это были статьи, даже не книги. И переводить на научный язык. После моего недоуменного вопроса, как я жалею, что задал его. А они ученого что, русского языка не понимают? С тех пор до сих пор тишина. Обиделся мужик. Я потом перезванивал, хотел извиниться, сказать, да печатайте, да была бы польза. Да пусть хоть на китайский переводит. Нет, бесполезно. Это была единственная попытка. Вот. Ну что, смотрим «Гражданин Вепрев». Это было много-много лет назад. Уже тогда у вас были вот такие результаты. Это все мое. Посмотрите. Вы были один из первых, кто добился такого успеха. Вот. Ну, это чудеса какие, да? Уже тогда у вас такие сходу получились такие абрикосы. Ну, красота. Это амуры переделанные. Потеряли красный цвет. Ну что ты будешь делать? Влияние подвое. Вот. С трудом узнаю, видите? Мелба. Вот такая выглядит мелба. Дальше. Дальше. Ну, тут нетрудно догадаться. Воронежская. Сливы. Вот. Еще. Еще сливы. Ой, целая коллекция слив получилась. Ну, в общем, мы поняли. Теперь, гражданин Вепрев, друг мой дорогой, найдитесь, пожалуйста. Прошло больше 10 лет. Что сейчас? Вот. Башкирия считается, то ли вы, то ли кто-то писал. Это такое место, где соединяются там арктические ветра с южными. Это какой-то котел, где это. Сегодня слишком жарко, завтра слишком холодно. Вот. То зимой теперь, то летом. Дикая жара. И что получается? Получается, что закрепили ли вы это все? А? Вот о чем речь. Поэтому я вспомнил вас.